Всем привет из города. Сейчас в магазине были. Последние куны тратили до Нового года. И как раз пацан маленький пришел, слышим, продавщица, ты в каком году живешь, в каком городе, в какой стране? Он на нее глаза вылупил. Пришел с еврами. Евро, говорит, будут после Нового года. Я тебе не могу ни принять, ни разменять. Но в итоге как бы жалко стало ребенка. И взяли этот... как называется, попросили просто продавщицу, чтобы она разменяла, а потом женщина одна в очереди говорит, не надо, я ему типа за него заплачу. И заплатила. Но прикиньте, безответственность родителей сунет ребенку евро и понимать, что он за них, ну, сейчас, по крайней мере, ничего купить не может. Море спокойное после многих дней. Смотрите, какие, это сейчас как-то тяжело на камеру передать, прям выбоины и барханы каменные, причем камень огромный, крупный. Хотела кое-что сказать. У меня был до этого комментарий под видео именно о размытом пляже и комментарий под одним видео из города. Одна говорит, кому, а для кого снимаешь, кому это интересно? Второй ответил тоже, типа, о чем видео? 21 век. И люди не понимают, что я не обязана, не должна вообще что-то снимать информативно, интересно. Ну, интересно, конечно, лучше снимать, да, чем мне интересно. Но человек снимает то, что он хочет, что он думает, что кому-то может быть, кого-то может интересовать. Или для себя, как на память, показать город просто. Сколько роликов есть на YouTube, человек просто идет по пляжу и снимает. Что он хотел показать? Вот что может показать человек, который идет по пляжу? Показать пляж, ведь так? По-моему, такие вопросы вообще неуместны в 21 веке. Если тебе видео не интересен, сразу переключай. К чему вообще комментировать, интересоваться и расспрашивать? А другое, я ответила, что так много людей на самом деле мне пишут в личку, какая погода, какая ситуация, какая природа, как у вас празднуется Новый год, что происходит и прочее, прочее, прочее. Люди здесь живут, знают, что у нас были потопы, бури, штормы, плохая погода. Их интересует, как у нас работают магазины и вообще о Хорватии, и о тех же пляжах, размыты или не размыты, все ли в порядке в городе. У нас из Треквеницы, у меня, по крайней мере, куча новых знакомых появилась именно из-за Ютуба. Я вообще не понимаю, к чему придирки. Еще раз, если кому-то неинтересно, могут свободно переключить и до свидания. Смотрите, какой туман над Кырком. У нас очень тепло, очень. И мне так кажется, что на Новый год опять может произойти закипание моря. Ладно, пойдем, котик, да? Все, мы домой, закупились в ДМ, карточку потратила, потому что у нас 200 кун бона было подарочного. А я не знаю, что там дальше будет после изменений, после Нового года с теми еврами. Смотри, как интересно камень раскрашен. И мы решили просто потратить все до последней куны. И окончательно переходить на евро.